Уральский «Трубник» уступил «СКА» «Нефтянику». Очередной матч чемпионата России завершился со счетом 10-1 в пользу хабаровчан. Следующий матч «Трубник» проведет в среду 16 февраля. Соперником станет команда «Байкал-Энергия». День пожирателей бывших пройдет в зоопарке Екатеринбурга. 14 февраля посетители зоопарка смогут скормить сурикатам и рыбам тараканов, названных в честь экс-возлюбленных. В ГИБДД предупредили о непогоде. В ближайшие дни в Свердловской области ожидаются сильные снегопады. Сотрудники госавтоинспекции рекомендуют водителям максимально снижать скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам также следует быть очень внимательными при переходе проезжей части. Популярность Дня всех влюбленных упала в 4 раза за последние 15 лет. В исследовании приняло участие 3000 человек. Если в 2007 году праздник отмечал каждый второй россиянин, то в 2009 только 40%, а в 2021 лишь 13%, выяснили аналитики.